Ну что, любители сторис, всем доброе утро. Соскучились вы по точечкам сверху? Нет, точечек не будет сегодня. Сегодня мы будем снимать сторис, но их будет не так много, как на этапе. Короче, это Белуга. И она едет на Grounded. Grounded – это крутейший фестиваль низких машин, который будет проходить 3-4 августа в Сочи на Красной Поляне, в охуительной локации просто. И при том, что это будет фестиваль низких машин, вот эти выставки, эти галимые, которые я не сильно люблю, там наконец-то будет крутой дрифт. И это будет King of the Hill, типа прям будет соревнование по дрифту. Мы будем там таксовать, мы будем с Аркашей там судить, гонять, тусить, кайфовать и делать все, что мы обычно делаем на подобных движухах. Но для того, чтобы мне Белугу привести в порядок перед красивым фестивалем, я сейчас везу ее к Райеру, к Мише. Мы сейчас с вами прям прицеп зацепим в онлайне. О, блядь. Так, сейчас, погодите, ребята. Да, ни движение без сторис. В общем, я зацепил прицеп. Сейчас гружу Белугу, везу ее к Райеру. Он даже об этом не знает. Сейчас просто сторис мои посмотрит и узнает об этом. Но Миша меня всегда ждет, поэтому он знает, что я... что я без приглашения прихожу. Вот. Также сегодня, завтра мы улетаем в Новосибирск. Я улетаю в Новосибирск на неделю, на целую. А пацаны будут пока готовить и джитиху. Мы будем менять вкладыши. Я об этом отдельно расскажу. У нас сейчас будет большая история партнерства с компанией King Racing. Наконец-то мы 4 года уже используем продукцию, и они сами на нас вышли и говорят: Никитос, ну давай, говорит, хоть мы тебе чем-нибудь поможем и словом, и делом, ты же нам помогаешь. Поэтому все покажу, все расскажу. Мы с Лерой приехали к Райеру, к ребятам. И сейчас будем гружать Белугу. Лера сказала, что будет командовать. Лер, ты готова? Да. Просто показывай, прямо можно или нет. Смотри на аппарели, ладно? Оп, сейчас. Показывает, показывает, смотрите, показывает. Показывает, эти мои умницы, показывает. Так, ну мы зашопили с Лерой, купили термоленту и купили термоэкран. Покажи, Лер, что там термоэкран. Переверни, переверни. Да не так. О, вот так, термоэкран. Пойдем. Дело в том, что у меня на Белуге очень много получается ездить, и нагревается туннель моторный так от выхлопа, что у меня нога к нему прикипает, прям кеда плавится, прям втирается, поэтому нужно обязательно делать термозащиту правильную. Вот. Ну и вообще, защита не повредит. Лерочка, давай, заходи. Так как Лера сегодня целый день со мной, обедает она тоже в сервисной столовой Автолайта. Поэтому порция макарон с котлетой, салат, хлеб. Лера, ты сейчас навернешь все? Успокойся, пожалуйста. Спокойно, стой в очереди. Так, последняя наша остановка на сегодня. Это техцентр «Механика» с этими гигантскими трубами. Лер, смотри, я когда был маленький, Лер, видишь, думал, что облака вот из этих труб. Да. Привет, Никитос. Это Никитос. Никитос. Я вот Леру привез к вам лично знакомиться. Короче, мы приехали за промо-материалом для того, чтобы с
снять хорошее видео для Кинга. С Эдуардом Леонидовичем мы созвонились, все нормально, так что теперь официально работаем. И вот все благодаря вот этому парню. Он красавчик. Капитальный, еще и тезка. Так, сейчас посмотрим. Я тебе давал тогда в прошлый раз. Это для болтов. Это сумки, это блокноты. Футболки. Лера уже сразу же футболки. Вообще, футболки. Вадик будет очень рад. Черная, она как раз такая. Она там сзади на спине, да? Да, там все. Покажи наклейки, Лера. Маленькие, большие, плакаты. Плакаты без голых девушек? Нет, это по теме. Нет, по теме, да? Да? Все, это супер. Потому что голая уже у меня висит, и меня Инстаграм блочит, когда я ее снимаю. Нет, там чисто... Все нормально, да? Ну, в общем, раздали нам промо. Ну что, нормально? Да. Добавить еще? Нет. Третью включить? Да. Убери волосы с лица.